тебя обезьяна создала. Я верю, что есть Бог на небе. Может быть, для кого-то он сильно далеко, может быть, для кого-то он просто большой мужик с бородой. Я не знаю, как угодно. Но ни один концерт не проходит хотя бы без одной песни, которую мы не отдаем Творцу. Просто за то, что он создал все вокруг нас. Хочу, чтобы ты повернулся вправо, влево. Я на самом деле по-серьезному первый раз в Одессе. Много где был, от Нью-Йорка до Москвы, но в Одессе первый раз, по-серьезному так, один раз пройдет. И знаете что, в Одессе очень красивые деревья, я это заценил. Поверьте, сосед, скажу, сосед, в Одессе очень красивые деревья. Но знаете, что самое красивое в Одессе? Украинцы, одесситы и красивые люди. Поверьте, сосед, скажу, слушай, одессит или ты приезжий, ты очень красивый. Вообще, все, кто на Украине живут, они очень красивые. Кто-то с ним согласится. И если ты готов, последнюю песню мы Творцу отдадим, хорошо? А теперь знаешь еще, давайте договоримся так. Как это последняя песня, у нас будет большой проигрыш, там хороший проигрыш. И просто гитаристы будут ставить все играть очень хорошо. И мы просто начнем все прыгать, окей? Окей? Тебе пора подвигаться, хорошо? Потому что вечером... Чуть-чуть, буквально, после нас будет замечательный бэнд, называется Cutlass Band. These guys come from United States today. Поэтому они будут сегодня качать. Последнюю песню отдадим для небес, окей? Кто готов?
I don't know. Не, я не знаю, я что-то не слышу, друзья. I don't know if they know that you enjoy the music. Ну что, вам понравилась музыка? Come on, Rochester, you can do better than that. Tell me, did you enjoy For You Band Odessa? Вам понравилось? Are you ready for some more great music? Вы еще хотите слушать еще классную музыку, друзья? Хорошо, ладно. Well, hey, we got a lot in store for you. На самом деле у нас очень много для вас есть. We got a lot of fun stuff. И очень классные штуки есть. We got some prizes. У нас есть призы. Does anyone want prizes? Хочет кто-то призы? Окей. We got some candy right now. У нас прямо сейчас есть конфеты даже. Anybody want? Кто хочет конфеты? This one. Ладно, я эту съем сам. But I got a whole bag full of candy. Но у меня целый гроб есть. Лика, could you help me throw some candy? Лика, помоги мне. Does anybody want some candy? Ну что, кто хочет конфету? What about over here? You want some candy? Ты хочешь там, да? Okay, there you go. What about in the back? Кому не достались печеньки Нуланд, пожалуйста, вам конфеты. Ага. Разбрасываю. Way back there. Еще там сзади ловите. Hey, we'll be throwing out some more candy in just a second. Мы еще будем бросать конфеты, успокойтесь, подождите. Hey, Lika, we got great prizes. Еще Лика расскажет о призах. And Lika has something to share. И у нас есть нечто для вас. Что? Кому понравилось? For You Band? Кому нравится? Да я вам открою секрет. Все лучшее еще впереди. Все лучшее в вашей жизни еще впереди. И вы знаете, это не просто концерт. Я не участвую просто в концерте. Вы не участвуете просто в концерте. Эта атмосфера, она может реально изменить ваши сердца. Мое сердце. Потому что то послание, которое говорят здесь ребята, это не просто классная музыка. Но это то послание, которое изменяет сердца. И если ты услышишь, кто слышит? А кто хочет услышать? Если ты услышишь, твоя жизнь может навсегда измениться. И знаете,